35 раз. Таков результат Натальи Кургановой. Кажется, для этих людей нет ничего невозможного. Огромная сила воли и крепкий дух. Словно ограниченные возможности здоровья не помеха, а стимул доказать, что способны на многое. Главное – верить в себя, как сделала Евгения Елисеева. 5 лет назад решила, что поднимать тяжести ей под силу. Теперь жмет 90 килограмм, а за плечами более 60 побед. Вообще, я собиралась просто улучшить состояние здоровья. Изначально я не собиралась связывать тесно свою жизнь со спортом, просто так сложилось. Спортсменка каждый год приезжает из Троицка, чтобы поучаствовать в этих соревнованиях. А вот Ольга Филатова занимается в клубе «Одинец». Она чемпионка по прессу, может качать его до 300 раз. Не каждый на это способен. Занимается спортом уже 5 лет. Говорит, он не просто любимое хобби. Это вся ее жизнь. Я люблю заниматься прессом, я люблю заниматься дартсом, я люблю баскетбол вот иногда. Дартс у меня тоже получается. Первый раз я заняла 1-е место по дротикам. Это прошлогодний результат. В этот раз Ольга стала одной из лучших по прессу. Выполнила упражнение 57 раз. Такие соревнования проводятся 5 раз в год. Здесь спортсмены-инвалиды проявляют мастерство, ловкость, силу, уникальные способности и умения, которые обрели на тренировках. Метание дротиков, отжимания, баскетбол, настольные игры, поднятие гири и штанги. Все очень старались и приняли участие в каждой дисциплине. А победителей ждали заветные кубки и медали. Видеть друг друга. Они тренируются, они хотят показать лучший результат. Готовятся к этому. У них 4 раза в неделю наши одинцовские тренируются. Также и во всех городах. Все готовятся, все хотят соревноваться. Всего собралось 7 команд. За победу боролись спортсмены из Одинцова, Волоколамска, Можайска, Рузы и других городов Подмосковья. Они показали свои лучшие результаты, стали еще сильнее и еще спортивнее. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».